книгобесие. Че это вообще за чертовщина такая, а? Почитай. Середина 18-го по середину 19 века в Германии произошла революция чтения, которая сделала немцев самой читающей нацией. Нет, конечно, чтение с комментариями уже было в центре внимания на заре просвещения различных кружков. Люди собирались в различных тавернах, чтобы почитать и пообсуждать прочитанные книги. Но в какой-то момент все эти обычненькие посиделки взяли и сменились настоящей одержимостью чтения. И вот эта одержимость в дебатах эпохи как раз и называлась книгобесием.